Приветствую вас, дорогие рыболовы! В этом видео вы увидите, как сделать оснастку вот джиголовка, как вы видите, более эффективная против судака. Вот, одевая стандартную оснастку джиголовка, мы, как вот опытные рыболовы, знаем, что часть поклевок происходит в сам груз. Даже на грузе бывает, после длительных рыбалок остаются такие вот царапины. И это понятно, что судак бил именно в голову. 80% атак судака происходит в голову. Получается, не каждый раз мы можем подсечь его. Для этого вот многие используют тройник. Хотелось бы в этом видео поделиться этим секретом с вами. Вот, сначала мы вот насадили наш силикон на джиголовку. Потом выбираем то место, где будет стоять наш тройник. Заводим его так, чтобы он был чуть-чуть дальше, чем наше кольцо на джиголовке. Потом в натяжечку надеваем просто его сюда. Получается, что у нас? Тройник сидит у нас на силиконе, причем еще держит силикон, чтобы он не сполз. И когда будет судак атаковать именно в голову, он будет нападать на наш тройник, и часть поклевок просто будут реализованы. Вот так вот, такая нехитрая оснастка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.